9 мая на мотодроме ДСАФ прошел военно-спортивный праздник, посвященный 68-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. При поддержке Министерства спорта Омской области и Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации на учебной площадке состоялись соревнования юных велосипедистов и автолюбителей. Но главным событием стал чемпионат города по трековым гонкам на автомобилях ВАЗ-2108. Популяризация автоспорта, повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших автогонщиков в регионе – цель спортивного праздника. Ставший традиционным, с каждым годом он собирает все больше зрителей на трибунах. Прежде всего мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов автомобильных, технических видов спорта. Очень приятно, что у нас молодежь возвращается в спорт, проводятся фестивали военно-технических, прикладных видов спорта. Высокий уровень мастерства показали на трассе профессиональные спортсмены региона. В каждом заезде борьба шла практически на равных. Мы все друзья, мы все дружим друг с другом, общаемся, семьями общаемся. Очень друг к другу относимся дружелюбно, но все-таки соперник есть соперник, поэтому на трассе все как бывает. Один из участников трековых гонок, 10-кратный обладатель Кубка России по автокроссу и заместитель министра спорта Омской области Александр Фабрициус, несмотря на занятость, соревнования на мотодроме не пропускает. Все спортсмены в городе, все виды спорта празднуют день 9 мая. Парад прекрасный, прекрасный праздник. Здесь на стадионе ДОСАФ технические виды сегодня прошли, водномоторники, провели уже фигурное вождение. И сейчас как раз трековые гонки, где вот мой любимый вид спорта, в котором я участвую, поддерживаю всех своих спортсменов, молодых спортсменов, показываем свое мастерство, показываем, передаем опыт. Поэтому прекрасный праздник, огромное количество болельщиков. Завершился праздник выступлением автогонщиков 12-16 лет на запорожцах. Александр.